Итак, снова всем привет. Заканчиваем уже официального дюка. Проходим последних до уровня с Ромой и со мной. Рома куда-то убегает постоянно. Никак не ныряется он там. У меня тут интересно получилось. Жим на воде, что ли? Вот так и происходит, когда третью серию подряд записываешь, начинаешь страдать безумием каким-то. Так, здесь у нас еще одни офминовки. Откуда они взялись вообще? Посмотри просто. Они приплыли. Это мы приплыли. И они тоже. Да. Ой-яй-яй-яй-яй. Слушай, тут, по-моему, лучше умереть просто. Почему? Знаешь, интересно, иногда они взрываются, и тебе урона не наносят. Как это, блин, баги-баги. Куда что-то ладно, поставить? Нормально. Что ты хочешь делать? Зачем? Я хотел проверить, как это работает. Видишь, глюк тут небольшой. Ой, свинюшка, слышишь, к нам. Че, она утонула, что ли? Я утонул. Свинюшка, знаешь, как спецназ, короче. Ой, ты в курсе, что у нас в начале здесь... Иди сюда, в начале секрет. В самом начале, ты в курсе? Нет. Так иди сюда, у тебя есть что-то взрывающееся оружие? Да. Иди тогда сюда. Вон там, стенки. Ну давай, посмотрим. Вот. А ты даже не обращаешь внимания. Бери, короче, этот. Да. Ну нас как-то, чтоб не оглядываться назад. Я слышу нашего любимца. Да, причем он ударится. Понятно. Ударился? Да. Хорошо ударился. Ударился. О, и тут еще одни всадники. Всадники сатаны. Я не знаю, это только начало уровня, причем он секретный. И меня уже два раза убили. Ну это ж хорошо, это жесткий, да? Получается. Да? Жесткий секретный уровень. Говорил я тебе, не надо сегодня записывать. Да ладно. Чуял я неладное. А нам еще сегодня, друзья, мы собираемся вообще заканчивать эпизод и встретимся с третьим боссом этой игры. Вначале у нас кто с тобой был? Не, подожди, вначале у нас был... Забыл, как его зовут. Меня убили, я так лучшему, честно говоря. Ну ладно. Первый босс, как его звали, я забыл. Да я сам не помню, генерал что ли? Лёша! Да. Это не просто не мой день, это мое проклятие. Чего ж такого? Я знаешь, что, обо что убился? Да. Об сетку! Об сетку вот это в начале! Опять! Опять умер! Я не знаю, как так происходит, там же нечему даже давить. Ты на пару, что ты себя прокалываешь. Штырями, как черти тебя на вилах воды. Это просто... Начало уровня, 5 смертей. Жестко вообще, я не могу. Я просто с ума схожу. Хотя обидно, малёха, потому что у меня джетпак был. А джетпак вещь весьма. Так, вот эту штуку я возьму, пожалуй. И тут у нас... Это Secret Place! Отличное секретное место, просто великолепно. Damn, I'm looking good. I'm agree. Поехали. Но. И что? Ты в другой край пошел, что ли? А, дверь это не должна открываться. Похоже. Неужели? Ну, похоже, что больше тут ловить как-то нечего, да? Ну да. Лады. Так, тогда я пойду к тебе, вот ты где. А ты куда пошел? А я пошел в твою сторону. Зачем? Посмотреть, что ты тут пропустил. На что я мог пропустить? Например, стероиды. Я ими никогда вообще не пользуюсь, они прям бесполезные. Вот, видишь, ружье пропустил. А у тебя что, ружья разве нет? Вот это, например, пропустил. Что, нет, я сюда попадал, с мусорки. Запрыгивал. Ну вот, почему ты читеришь постоянно? Какой читеришь? Это мусорка, это официальная мусорка игры. Вот, еще патроны, кстати. Да. А я собирался потом это сделать все. Самолеты какие-то летают. Так. Это штурмовики Империи. Да, как уровень называется, что я?
Freeway, да? Да. Freeway, окей. Ну что, идешь? Да я тут. А? Тут просто эти взрывы, они меня доканывают. Просто, постоянно, повсюду эти взрывы. Самое, знаешь, что интересно? Что взрываться нечего, взрывается просто воздух. Почему это свины взрывают что-то? Нет, ну он в воздухе взрывается, то есть визуальной анимации нет, что что-то взрывается. Поэтому ты даже не знаешь, чего нужно бояться и где может взорваться. Так, все. Я подожду. У тебя там оружие хорошее. Давай, давай. Ой, сейчас эта хрень сюда придет. Ой, Леша, она здесь. Вот и все. Развели, как, не знаю, как лоха на две стороны. Ну да, но я все патроны девастатора потратил. Ничего, еще добудешь. А, ты уже убил тут? 54, снова какая-то хрень, полицейская машина перевернутая. Еще есть здесь люк. Люк, люк, по-моему, просто ведет начало. В начало? Ну да. Прыгать туда нет смысла. Я, короче, вспоминаю одну картинку, понял? Короче, сидит сантехник с ключом в руках, знаешь, в таком плаще, и склонился над люком канализационным. И надпись такая: «Люк, я твой отец». Ты где? Гуляю тут потихонечку, смотрю, чё можно взорвать. Удачи. Ключи есть какие-то, не? Я вот слышу дронов. Дрончики, дрончики. А, вот они, они. Да, да, да. Вот что ты их сюда привел? Вот когда ты мне нужен, только вот пользоваться мной любишь, и все. Как-то это не поймут неправильно, как это я люблю тобой пользоваться. Это значит, что когда ты мне нужен, когда я там заблудился или еще что-то, помощь твоя нужна, тебя нету. Зато когда с тобой гонятся, ты ко мне прибегаешь. Это просто круто. Наши пути пересекаются. Да? Да. Ух, какая картинка. Так, знаешь, как картинка из The Forest. Where is it? Так, кого-то я вижу. Я его не вижу больше. Это свет? Так, тут надо взрывать. Тихо. Надо же, чтобы я тоже когда-то взрывал. А, так я же здесь был. Я здесь был. Я хочу смыть толчок. Зачем мне надо на себя смотреть? Вот так. Вот да, так. Да, да, да. Только что-то я не мог взорвать эту хрень. Любопытно. Так, идем назад. Нам же нет смысла на улицу возвращаться, или... Ты, если хочешь дальше продвигаться, запрыгивай на то разрушенное здание, упавшее точнее. Где? И поднимайся наверх. Ну, в другом краю прямо. Откуда я спрыгну? Если делать нечего, а ты что будешь делать? А я водички попью. Водички. Чтоб не убили с одного раза. Так, можно... Если что-то есть взрывающееся, есть. Хорошо. Можно... Так вот. Понятно. А ему хоть бы хны, слышишь, с покерфейсом. Вообще окно, походу. Упс. Так, ладно. Ты говоришь, что здесь где-то развалившееся... А, вот оно, да-да-да-да-да. Ты, кстати, упустил одного. Где? Андрея. Благодарю. Так, там я еще вижу какую-то комнату с конвейером. Где там, где носит вообще? Вижу. Да я вон внизу. Сейчас, подожди минуту. Так, вот только аккуратно. Когда они вплотную начинают стрелять, это все, это край. О, привет. Привет. Так, надо чем-нибудь запастись, пожалуй. Это ж не открывается? Похоже, нет. Что нет. Дверь а, за... вот смотри, тут сюда надо. Там тоже ничего. Нет, там есть. Где? Вот. Это вообще-то ты мне должен учить секретом, а не я тебя. Ну, видишь, секретный уровень, ладно уж как-нибудь сам. Здесь еще один телепорт или что это? Нет. Понятно, огонек. А еще кто-то орет. Больше там ловить нечего, скажи мне. Нет.
Так, а где второй? А, вон кто орёт, все, я увидел его. А я его не видел. На улице стоит. Только что с ним делать, честно, не знаю. Хладометом. Сейчас, подожди. А я второго слышу. Второго? Может, он тот же? Да. Он тебя убил или что? Да. Но как это? Он меня так жестко снял. Я уже не знаю, блин, как с ним справиться. Давай, ладно, Рома, я в тебя верю, давай, убивай его. Да не хочу я, у меня патронов много, и он меня сейчас убьет. Я даже просто... А, да, там двое, ты прав. Все, я туда не пойду, вообще ни шагу, ни ногой. Давайте как-то с ними. Ой-о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 й
Да не, ну просто я случайно свалился и начал их забрасывать шринкером. Получилось. Так я пытался, у меня не, наоборот не получилось. А у меня получилось. Я его пытался уменьшить, а он никак не уменьшался, не уменьшался. Просто... и все. Вот это вот просто идеальное окончание. Просто супер. Я разбился. На самом деле я всего лишь хотел добраться до Atomic Health, который я там видел. Так, ладно. Печальная ситуация, на самом-то деле. Чем же она печальная? А что, очень радостная, по-твоему? Ну, ты должен прыгать, веселиться, хлопать в ладоши. Угу. Я же их убил, этих сволочей. Подумаешь, умер. Так, ты там куда убежал вообще? Да я тут бегаю. Ты видишь, знаешь, как будто ты не играешь, а просто изучаешь красоты движка. Опять туда же я, боже, я опять упал, я опять забыл. Ой, слушай, интересное место. Я попал прямо... Ух ты, ё-моё. У меня просто с головой, по-моему, что-то. Я не могу, короче, голова не может понять, где я нахожусь. И что с этим всем делать. Это может телепорт, не? Нет, не телепорт. Слушай, не может быть, что я, в принципе, тут застрял? В рухнувшем здании. В каком здании? В рухнувшем. Да, может быть. Может потому быть? Потому что джетпак, да, я там джетпак взял. Шикарно! Ну, у нас есть... Я пока клубнички поем. Приятного аппетита, Роме. Да. Пока тут Лёша разбирается с двумя дронами. Дронами, это такое. Вот если с крикунами двоих раздавить рядышком самых сильных монстров игры, вот это дорогого стоит. Вот откуда вы взялись, господа? Ну, я, чтоб ты не скучала, я специально тебе сказал, там Рома... Ты там, бог? У тебя есть власть? Да, клубничку кушает там, вот, сходите повеселить его пока. Я думал, ты знаешь, в консоли написал там Spawn Lizard или что-то такое. Написал координаты, где ей нужно появиться. Так. О, где яма? Я пошел. Аккуратно, аккуратно. Так, ты где? Меня убило. Почему? Потому что там где-то 6 этих лизардов, как спаунившихся было. Значит, их не только мне. Нет, я дверку открыл, они сами появились. Ну, знаешь, что мне интересно? Я не знаю, где это все. Понимаешь? На лифте. И где желтый ключ? Не знаю. Давай приду в начало карты и уже вместе куда-то с тобой побежим. Так я уже прелесть иду к тебе. Ты знаешь, где я? Я герушка, рухнувшее здание. Ты что, ты спрыгнуть никак оттуда не можешь? Откуда? А, подожди, там не красная дверь ты? А, там где желтая? Где желтая дверь? А здесь красная. Вот сюда. Вот сюда. А там синяя. Угу. Сам... А тут красная. А у тебя ключ какой? Никакой. Это у тебя желтый. У меня желтый. Нет, у меня синий. А, по-моему, ты мне говорил, что ты там где желтая. Я. Ну опять же, я ж ты не помню, желтый, синий, красный. Ща, хладомет. Все, я готов. Давай. А, вот что я делал, все, я понял. Ох, ё-моё. Ох, как круто я умею делать, слушай. Прикольно, прикольно. Меняю худ свой.
Я раньше этого не замечал, на самом деле. Так у меня же такой же ход. Ну вот. А! Зачем ты нажимаешь? Ну, мне любопытно, как бы, но я успел устоять. Ты видел, какой читер? Да. Провалился сквозь... Ты понял, что... А я не могу тебя заморозить холодометом? Нет. Почему? Friendly Fire отключен. А если бы... Опа, не было мне отключен? С одного выстрела опять хлопнули. Ну, короче, я... Мстя моя страшна и беспощадна. Ты понял. Они прям молодцы. Кто они-то? Ну кто? Штурмовики, пулеметчики. Тут очень много разных кнопок. Так я, по-моему, все их нажал. Да? Кроме там, единственное, что я мог не нажать, так это... кнопка, которая вот в самом-самом конце. Обалдеть, тут терминатор лежит. Ну да. Помнишь такое? Да. Обалдеть. Где РПГ? Угу. Еще одна такая мини-пасхалочка. Так, идем к красной двери. Ты куда пошел? Сейчас, подожди, да, я проверю. Ты меня заблокировал. Что ты там понажимал? А, да ну все, ты нажал, да? Нормально. Покатит, покатит. Как ты там, давай. Я спустился. Ты говорил, что уровень короткий. Да. Я вижу. А ведь это секретный уровень. Отойди. Я не могу, короче, пожарную сигнализацию врубить. А зачем? Так это круто. Когда сигнализация. Ага, вот уже и выход. Отлично. Только я боюсь сюда подходить, здесь электричества много. Пулемет, не помнишь, где находится? Пулемет находится где-то... Там, где... Вот, рядом с мусоркой. А, это дробовик, погоди. Не помню тогда. Ты все равно сейчас умрешь, господи, товарищ. Ну, в принципе, потому что без пулемета. Ладно, поехали. Я так отвернулся резко. Стадион, я помню, это в заставках, слышишь? Класс, 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 класс. Приветствие, слушай. Я просто оживаю. Ты понимаешь, что я оживаю и сразу меня нету? У меня ж виснет все. Так, 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 так. Я, слышь, как его валить вообще? Вот так и валишь, бегаешь и валишь. Я просто даже не успеваю оживиться. Обалдеть. Походу, слышишь, это, наверное, один из фирменных моментов вообще Дюка 3D. Так ведь? Ну я бы не сказал. Что ж ты взял? Чего бы не сказал? Прямо в мордасе. У нас такая команда поддержки еще, кстати, ее уже нет, по-моему. Потому что он ее раздраконил полностью. Да. А, то есть они даже наши, не их, где, да? Где дирижабль, давай, иди-ка сюда. Я его убил! Я его убил! А я не сбил дирижабль, блин. А что, если бы сбил дирижабль? Куча патронов. Да? Да. Ну, то мы все равно с нового эпизода начнем. Фу, слушай, ну это жестко. Нет, я просто помню вот все какие-то заставки, трейлер я помню. Разные помню видео, в которых, кстати, я что-то и забыл, что тут в начале Девастатор лежит. Хотя, может, он был. Вот. Везде был этот момент на стадионе по американскому футболу. Не помнишь такого? И трейлеры там везде. Чуть ли один из классических моментов. Почему не... Что? Почему нет? Что почему нет? Ты, я просто сейчас команды водил, думал, как это перейти на следующий уровень. А, так зачем он нам нужен? Не это хочет он, потом. Не хочет. Вот. Но, я, наверное, еще надо постараться заставку же сделать. В прошлый раз у меня это не получилось сделать, потому что я несколько неправильно обработал и забыл вставить. Вот, но в этот раз надо будет, потому что тоже интересная заставка после убийства босса.
name's Duke Nukem. After a few days of R&R, I'll be ready for more action. Aw, come back to bed, Duke. I'm ready for some action. No! Итак, друзья, мы прошли третью четверть игры. Соответственно, прошли третий эпизод, соответственно, убили третьего босса. Соответственно, а куда мы отправимся вообще в четвертом эпизоде по сюжету? Не спрашивай, я играл один раз, а то не до конца. Да? Там какие-то пришельцы опять эксперимент поставили, какую-то матку вывели. Ну просто смотри, первый эпизод у нас был на Земле, второй в космосе, третий снова на Земле. Ну и четвертый тоже на Земле. Ага. Окей, окей. А, как бы там ни было, игра очень разнообразная и пока что не доставляет удовольствия такое немалое. Хотя раньше я вообще не был знаком с Дюком, но тем не менее. Ты еще серию Сэма не видел? Серьезного Сэма? Я играл в него, но немного, скажу я тебе. В основном, знаешь, как было мое знакомство с серьезным Сэмом? В игровых залах я играл с финальным боссом, сразу же дрался. Вот так вот. Когда куча монстров на тебе бежит. Ладно, как бы там ни было, давайте на этом будем заканчивать. По-моему, круто все получилось. Справились. Ну просто смотри, какая ситуация. Мы-то сколько угодно раз могли оживать. А если бы мы умерли и все, и с самого начала? Ну знаешь, нас бы тогда с первого раза бы не шлепали. Ну просто смотри, я отреспаунился, и мне сразу в лицо ракета залетает от него и убивает. Это, блин, просто нечто, ёперсте. О-хо-хо, я, кстати, смог допрыгнуть до воды в этот раз. Ну там тоже не очень-то и сложно. Так, ну что ж, будем тогда, наверное, прощаться. Да, друзья, остался всего один шажочек для того, чтобы мы завершили эту легендарную игру. Совсем чуточку осталось, наверное, серии 3-4, да, не больше. Знаешь, я бы на твоем месте не стал бы так говорить, потому что там уровни действительно запутанные. Угу. И как бы не пришлось бы дробить одна серия, один уровень. Ого. Не, ну одна серия, один уровень — это нормально. Если бы на две серии один уровень приходился, вот тогда это уже другое дело совсем. Итак, посмотрим, что будет. Надеюсь, вам было интересно, друзья. Ставьте лайки, совсем немножечко нам осталось. Оставайтесь на линии, друзья. Всем до скорого, всем пока.